Конкурс проходил в два этапа – очный и заочный. Семьи с детьми присылали видеоролики, в которых главный герой, конечно же, малыши. Спасибо всем той общественности, которая проводила голосование, что приняли они активное участие. Я думаю, что до людей это уже, до детей это начинает, как говорится, ну, где-то взрослые, где-то родители, где-то через семью начинают воздействовать на сохранение безопасности наших детей, безопасность дорожного движения. Изо всех присланных работ жюри выбрало 8 финалистов. Но главный смысл каждого ролика неизменен – обучение и повторение правил дорожного движения. Открытое голосование в социальной сети помогло определить 3 победителей. Ими оказались семьи Кистановых, Трунтаевых и Ореховых. Но памятные призы достались не только победителям, но и другим участникам конкурса. После торжественного награждения для участников конкурса провели экскурсию по музею ГИБДД.